У Франции есть военная техника, которую все хотят приобрести, но Париж предоставляет ее Армении. Это заявление посла Франции в Армении. Скажите, по вашему опыту, кому это больше раздражает? Конечно, ну, давайте будем откровенно говорить, что воевать за интересы Армении, армяне, если хотят воевать с Азербайджаном, решить, извините, статус-кво, придется... Не, армяне хотят защищаться, нормально. Защищаться, важно, да. Я не спорю, о терминологии, да, своими силами только. Им нужно создавать армию, армия сейчас не готова, Азербайджан сейчас сильнее, нужно говорить объективно, это просто честно. Значит, это так называемые, значит, дразнилки, которые сейчас устраивает Армения, провоцируют на какие-то определенные действия, а точнее говоря, попытки вызвать дестабилизацию, эскалацию в этом регионе, что вызывает в Москве большие подозрения. Почему? Потому что хотите, не хотите, но вот Путин недавно принял распоряжение, дал поручение правительству ускорить реализацию проекта «Север-Юг». Это Азербайджан, Иран и, может быть, с подключением Армении. Может быть, с отвлечением на Зангезурском направлении в сторону Нахчевань. Может быть. И так далее. И вот в этой ситуации, когда идет форсаж и так далее, создается потенциальный не конфликт, там не будет войны. Я не думаю, что Азербайджан сейчас, когда он решил свои проблемы с Карабахом, начнет исторически, хотя он не признает публично, но на международное право это территория Армении. Кстати, она в таком статусе, в таких границах является членом Организации Объединенных Наций. А вот переиграть дипломатически, определиться, например, в зоне Мегре, за Зангезурским коридором, конечно, есть такой соблазн. Потенциально появляется горячая такая точка, которая все время будет создавать напряженность в этом регионе. И это, кстати говоря, микширует все усилия, в том же Москвы. И Москва почему так и негативно воспринимает. Хотя достаточно осторожно, я хочу вернуться к реакции Москвы. В последнее время, я даже по опыту хочу сказать, что мы на одном из телеканалов готовили передачу по Армении, и вдруг нам по указанию сверху сняли. А наша позиция... Не к армянскому народу, а позиции политика Пашиняна вам известны. И что получилось? Буквально через несколько времени мы получили разъяснение, что Москва, а вот сегодня прозвучало заявление Пескова, руководителя пресс-службы, что у Пашиняна и у Путина есть шансы лично встретиться, договориться. Такие проблемы не надо преувеличивать. А вот со стороны МИДа звучат пока резко негативные такие критические оценки. Еще в этой ситуации, в этой комбинации, нужно ее анализировать и разбираться. Красной линии Ереван еще не перешел. Но Москва очень недовольна, как это преподносится, теми заявлениями, которые звучат в Ереване, которые воспринимаются в антироссийском стиле, в антироссийской кампании и так далее. Тогда, Станислав Николаевич, давайте уточним одну вещь. Если Армения приобретает вооружение от других стран, ну, то вооружение, которое сейчас Россия не может предоставить Армении, это называется красная линия для России, да? Нет, не оружие, вы знаете, что мы смеемся над французским вооружением. Для Армении вполне возможно, БТР российского образца на какой-то танк. Мы смеемся, почему? Потому что это вооружение, которое предоставляется и будет предоставляться Армении, мы блестяще бьем на украинской войне. Угу. Это не тот. Кстати говоря, это не тот. Ну ничего, не переживайте. Армению это понадобится. Да. Поэтому мы, это не жадность, это не ревность, как любовница, которая бросила ушла и так далее. Бога ради, если вам дают оружие, берите. Вопрос в другом, что не надо подогревать, если только подогревается настроение реваншистского типа. В нынешних условиях, в условиях неготовности Армении и так далее. Это, конечно, вызывает определенную настороженность в регионе, да не только со стороны России. Ну, в последние дни обострение на границе. С чем вы связываете, Станислав Николаевич? Вот с этим вот так воспринимается. Зачем? Вот сейчас сделано заявление, что мы можем подписать, глава парламента, мы можем отказаться подписать мирного договора. Вот кого? В чей адрес это адресуется? Конечно, в адрес Азербайджана, потому что закрытые переговоры по границе сорваны. Сейчас наблюдается это обострение на Нахчеванском направлении. Что, война это? Нет, не война, это средство давления. Но вы знаете, вот это такая политика дала бы эффект, оправдала бы себя, если бы Алиев позвонил или продал своим каналам, говорит, да, договоримся, давайте по-другому договоримся, решим эти там проблемы четырех этих сел, они на фоне тех проблем, которые Азербайджан уже решил, четыре села, это казуистика. Это можно решить очень спокойно, мирно, за коньяком. Угу.
Это не проблема такого глобального типа, понимаете? И так далее. Можно было бы решить. Значит, вопрос следующий. Вызывающий на провокацию какую-то из сторон участников, гласных, негласных этой ситуации, какую-то из сторон провоцирует на какие-то решительные действия. Я не исключаю, что это и сигнал в сторону Москвы. 8 мая, Станислав Николаевич, состоится сессия Евразес. Участие Армении под вопросом, как вы думаете, или это не касается политических разногласий? Да? Я не знаю повестку дня, что лично меня настораживает. По моей информации и признакам, начинается процесс сужения экономических отношений. По мелочам, вроде там молоко, там еще что-то. Угу. Мы боимся, я, например, покупаю... Верхний Ларс иногда закрывается. Варенье, да. Я покупаю. Да. Блестящее варенье. Я боюсь, что армянское варенье исчезнет, понимаете? Кстати говоря, в Москве любят армянские продукты. И нам очень бы не хотелось их лишиться. Идет сужение этого торгово-экономического сотрудничества. А в случае обострения, если только армяне демонстрируют, не поедут на этот форум. Как, кстати говоря, на форуме СНГ они снизили уровень своего представительства. Это, конечно, вызывает раздражение и создает такую негативную ситуацию взаимоотношений двух стран. Это факт. Кстати, МИД России утверждает в последнее время, что употребляет не термин «Зангезурский коридор», вы, наверное, помните, мы об этом говорили в прошлый раз, а маршрут. С чем вы связываете такую перемену в риторике Москвы, да? Вы знаете, мы возвращаемся к духу и букве, потому что соглашение 9 ноября 2020 года термина «Зангезурский коридор» не существует. Используется терминология «разблокирование коммуникационных коридоров». Термин «Зангезурский коридор» ввел Алиев. А тогда логично было, да, употреблять? Да, ввел сам исключительно. Армяне предлагали другую логистику и так далее с выходом Западного Азербайджана на территорию Нахчевани. Поэтому, это, знаете, вот спекулятивного типа вариант «Зангезур». Да, конечно, Азербайджан по понятным причинам, через Мигри создать единый тюркский пояс, вполне заинтересован в этом, но пробить этот сценарий через территорию Армении ему без силового фактора не удастся. Иначе, если он пойдет только на конфронтацию. Хотя, может быть, вы знаете, ситуация вот какая. Сейчас все пошло в расход. Ближний Восток в расходе. Никто не придерживается никаких правил. Я вам прямо хочу сказать, мы наблюдаем, как развиваются события на Украине, с определенных стран. Все пошло в расход. Ну, допустим, если завтра вдруг Азербайджан начнет атаку на Мигри. Что будет? Кто защитит? Кто что скажет? Кто какие танки пошлет? Я думаю, что никто. Отмолчаться французы, так во время Второй Карабахской войны, отмолчались, сделали заявление, тогда, когда уже как мертвому при партии это не нужно было. Русские, наконец-таки, в лице Путина сыграли, остановили эту войну и так далее. А кто? Американцы не будут они воевать. Особенно то, что у них происходит сейчас, идут предвыборные кампании, закулисные дипломатии, переговоры. Россия занята Украиной, да? Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что Россия действительно занята Украиной, исходя из вот из чего. Завершение операции Украина по тому сценарию, по которому устраивает Россию, коренным образом изменит ситуацию на постсоветском пространстве. Вне зависимости от того, что думают об этом лидеры этих государств. Я вам просто хочу сказать. Я не хочу сказать, что будет восстанавливаться Советский Союз. Нет, нет, не дай бог. Но то, что ситуация изменится, что будет создана буферная зона, которая не будет представлять, не станет плацдармом для какой-то потенциальной агрессии против России, это факт. Решить проблему ближнего зарубежья после Украины, это вопрос недели. Недели. Закавказье неделя. Не месяц, не два, не год, неделя. Поверьте, и вы тоже опыт знаете, это вопрос недели. Двух-трех недель максимум. Поэтому, когда говорят о многовекторности, да, вариантов туда-сюда, это нужно понимать. Вот Алиевская многовекторность, посмотрите, как он закольцевал. Турция, Россия, треугольник. Западом ругается, но зато имеет ТУ Турцию и Россию. Дружит с Китаем. Сейчас начинает Китай привлекать. Армения где? Соседями со всеми разругалась. Запад условно. Вот я бы поверил бы, если бы завтра сказали, что мы выступаем, вот если Париж бы заявил, мы выступаем в роли гаранта территориальной целостности Азербайджана. Мы не позволим совершить акты агрессии и прочее, прочее, прочее. Я бы снял цилиндр перед подчиненным. Этого нет. Этого нет. Территориальную целостность гарантии на бумаге обеспечивает пока УДКБ. Все.
хочется, хотите, нравится вам это, не нравится, да. Они даже на бумаге это не декларируют. А где ОДКБ? Есть ОДКБ? Ну, надо, за ОДКБ надо работать. Да. Удар по ОДКБ, понимаете, сначала плювали в ОДКБ, а когда нам нужно, как в анекдоте, о котором я вам уже рассказывал, теперь давайте ОДКБ, что ли? Работать надо. Работать надо. Понято, понимаете, вот понято, я вам хочу сказать, что малые страны не могут проводить многовекторную политику, у них нет ресурсов. Или с теми, или с этими. Не получается по-другому. Например, как это делает Казахстан? Ах, Казахстаном не надо. У Казахстана масса проблем, просто о нем много сейчас не пишут в силу определенных причин. Но если все болячки Казахстана выбросить, это будет ой-ой-ой. Да, казахские проблемы у России еще впереди, Станислав Николаевич. Да, согласен с вами, согласен, да.